сложной ситуации может оказаться каждый. Я действительно не знала, как поступить. Но я не мог позволить себе услуги адвоката. Закон Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи призван обеспечить равный доступ к правосудию и квалифицированной юридической помощи малоимущим и уязвимым слоям населения, а также иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам за счет государства. Финансирование труда адвоката производится из средств республиканского бюджета. Нам помогли оформить алименты. Теперь я знаю, как отстоять свои права перед работодателем. 17 ноября по 17 декабря Министерство юстиции Кыргызской Республики проводит дни бесплатной правовой помощи. Адреса центров и организаций по оказанию бесплатных юридических консультаций и более подробная информация на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики. Все, что для этого нужно – взять документ, удостоверяющий личность, и прийти в один из центров правовой помощи населению при Министерстве юстиции Кыргызстана. Закон Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи.